Привет всем, с вами Лига Music Wars, ребята, значит сегодня у нас очередной разборчик. К сожалению, не люблю, когда какие-нибудь интересные новости или что-то такое веселое, люблю запускать еноту. Решил немножко изменить тактику на основании именно вайнов, ребята, то есть это возмущение, скандалов всяких, новостных лент, хотя тут надо еще подумать. Ну, давайте начнем сначала с приятной новости. А с приятной новостью, ребята, вот здесь я в слоумо, ребята, вам запущу все, кто пустил мне подарки, доставал. В общем, я их открывал на стриме. Спасибо, ребята, большое. Списочек будет идти, наверное, все видео. Я там постараюсь сделать, чтобы он нормально шел. А разговор сегодня пойдет, ребята, о подставных боях на грабеже. То есть я вообще об этом даже не задумывался. Один из подписчиков моего канала мне поднял эту тему. И меня очень сильно заинтересовало. То есть обычно вы, когда занимаетесь грабежом, ну то есть вообще, по сути, создаете свои списки и так далее. Для чего вы их создаете? Для того, чтобы поднимать свои характеристики и параметры. Я ни разу не додумался для того, чтобы, соответственно, копить кредиты, ребят. То есть накопить их там 12 миллионов, 15 миллионов, 40 миллионов. Представили, да? То есть, соответственно, вас просто не грабят. То есть просто вас не грабят, и вы спокойно, соответственно, накапливаете кредиты. Это происходит только тогда, когда ваши характеристики, ребята, то есть, соответственно, запредельной мощности. То есть на вас напасть просто не могут. И у нас речь, соответственно, сегодня пойдет о лжеграбителях таких. Это люди, которые играют в подставные бои. Все, ребята, подставные бои я вам оставлю внизу в описании. То есть, ну, смотрите сами, хотите, хотите, нет. Парочку картинок, ребята, ну, я вам оставлю. То есть, ну, там видите, да? То есть, по картинкам 35, ребята, миллионов. Там 33 миллиона. Там по 3 миллиона грабежа. Это самые мелкие. Это вообще ни в какую рамки не лезет, если честно. Ну, написали, конечно, в техподдержку. Все. Как бы положено, сейчас эти ребята по грабежу не попадаются, то есть, видимо, боятся. Ну, будут смотреть. Но я предполагаю, ребята, что лавочку эту не прикрыли, и так как это пруф сейчас, как вы понимаете, да, то есть вероятность того, что какие-то из топовых игроков займутся тем же самым. Давайте сейчас перейдем мы в рейтинг, получается, у нас. Давайте для более наглядной вещи я перепрыгну с одного угла в другой. Ну а сейчас давайте мы по грабителям, ребята, пройдемся. Вот берем за все время, да, получается, и пойдем на первые места. Сегодня речь, ребята, идет у нас о двух персонажах. Это Пирачика, Чика-Чика-Чика. В общем, легендарный персонаж. И Серж у нас Бес. Одной буквы не хватило, видимо, ник занят. Эти два персонажа занимались, соответственно, более веселым делом. Они накачивали себе рейтинг. Ну, заниматься этим могут только топовые персонажи, как я уже и говорил. То есть зачем это делать? Ну, не знаю. Но, возможно, охота быть на первых местах. Придумали схему, в общем, молодцы, ребята. Попросили топовых персонажей, которые по характеристикам более-менее к ним подходят. И пошли, ребята, накачивать друг друга, то есть получается по грабежу. Если у ближайших там 14, то этих по 50 миллионов. То есть молодцы, ребят, просто супер. Можно даже похлопать. Такую схему еще я, ну, не видел, по крайней мере. Вот, жалобы администрации, предполагаю, ни к чему не привели. Игроки до сих пор так и играют. Хотя можно было этих ребят за нарушение и забанить. Ну, в связи с тем, что на проекте проблема с донатами, а это одни из топовых донатов, ребята, им ничего не будет. Мне сразу напоминается наша добрая Россия. Если у тебя есть деньги и власть, соответственно, тебе все похеру. Вот поэтому я и вайню. Попросил меня одна из подписчиц создать именно эту тему, потому что многие бьются, грабят, там, соответственно, влаживают какие-то ресурсы, а здесь, ничего не напрягаясь, можно выделывать вот такие финты.
Ладно, ребята, всем спасибо. Все ссылочки на все оставлю внизу в описании. Да, где второй палец? Так. Оставлю в описании. Пожалуйста, кому интересно посмотреть бои подставные, можете. То есть... А так можно написать добрые слова им прямо в личку. Или в комментариях напишите, что вообще об этом думаете. Ну, я, если честно, думаю, что грабеж должен качать твои параметры, а не качать рейтинг. Потому что рейтинг нахер не нужен, я думаю. Ты же для себя грабишь. Кому-то потом эти кредиты еще отдавать. Ладно, спасибо, ребят, всем за просмотр. Жду от вас комментарии по поводу нового вайна. Интересно прям стало. Ладно, счастливо. Счастливо. Я Петров, а я Баширов. Вместе мы ездим по всему миру. Не совершали мы преступления. Срочно снимите с нас обвинения. Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы пидорасы. Мы новичком никого не травили. Все мысли у нас были только о шпиле. Все мысли лишь о шпиле, шпиле, били. Все мысли лишь о шпиле, шпиле, били.